победой, да. Пусть и серии буллитов, да, но могло это и раньше случиться по такой игре, или как? Не, без разницы, по буллитам или нет. Самое главное, мы выиграли, все ребята выкладывались, присутствовало самопожертвование, то есть блокировка бросков, и выигрывали борьбу, провели очень хороший второй период. Не совсем проснулись в первом, но спасибо всем ребятам и партнерам за такой матч. Сам он пока вообще не пропускает, неважно, ни с игры, ни в серии буллитов. Что он ест? А это надо у Сергея Александровича спросить, потому что у нас прекрасный доктор и снабжает нас прекрасными витаминками. Я понял. А если говорить вообще в целом об атмосфере в команду, ты уже вкатился, да, вот сейчас две игры сыграли, две победы, слава богу. Как здесь вообще играть и раздевалка шикарная? Вообще расскажи об атмосфере. Ну, честно, я имею опыт игры в разных командах, и здесь находиться очень приятно, особенно надевать майку родного города, и ребята все дружелюбные, очень хорошо приняли тренерский штаб. Я считаю, здесь условия точно не выше лиги. Я понял, ну все располагает, да, для того, чтобы побеждать? Конечно, у нас очень хорошая лавка и атмосфера в раздевалке. Спасибо. Спасибо. Для меня было неожиданностью, что четвертый буллит, который в итоге стал решающий, пошел исполнять ты. Заранее знал или как? Ну, Леонид Григорьевич так подшучивал на предсезонке. Говорил, что выпустит, но не выпускал. Сегодня, видимо, почувствовал. Ну, я был в себе уверен. Тоже выпустил. То есть ты, когда выходил, понимал, что забьешь? Не, ну я просто знал, что я буду делать, и все. Я понял. Но вот один из десяти, получается, реализованный буллит, ну там, можно сказать, два, да, судя по смотрели, но это на их совести оставим. Это что, игра вратарей такая шикарная? Ну да, оборона, очень вязкая игра, один в один была такая тяжелая, и игра вратарей в защите, то есть, ну, более такая игра была. Большинства мало было, то есть, в основном 5 на 5 играли. Ну, если говорить вообще об игре в целом, нужно было 3 очка увозить, а не 2? Ну, как... Могли, конечно, да, обидно, что пропустили второй гол. Но самое главное – победа. Победа есть победа. Дальше двигаемся, да? Да, двигаемся дальше.